Привет всем, друзья! С вами я, Алексей, и мой канал «Обзор товаров из Китая». Сегодня мне пришла вот такая вот посылочка, которая даже не залазит в кадр. Так вот упаковано, вот так вот все. Ну, кто уже наблюдательный в группе, уже мы решили, что тут, точнее, выяснили. Вот так вот сзади небольшой такой крест. Ну что же, это посылка с Tmart. Нету никаких опознавательных знаков. Это квадрик, сима какая-то, потом мы с вами вспомним. Шла почта из Швеции, пришла за сколько? За 35 дней, и 10 дней, из этих 35 дней она провела на белорусской таможне. Сима X5C с камерой, отдавал на момент покупки 65 долларов, сейчас стоит 59, и оценено, кстати, в 30 долларов. В 30 долларов 85 центов. Итак, давайте мы ее сейчас... Коробка, я думал, будет поменьше. Ну, хотя квадрокоптер не маленький. Поменьше, конечно, в Элтойсе, но V262. Готово. Вот у нас коробочка. Да, написано X5C. Четырехканальный, 24 Гц. HD камера, типа делает флипы. Тут вот всякие инструкции. А с этой стороны что? А с этой стороны сама картинка, рисуночек. И также давайте вскроем. Немножко коробка пострадала при транспортировке. Открываем. Видим сам квадрик уже. Так, давайте начнем с аппаратурки. Вот такая вот аппаратурка. Пластмассенькая. Все работает. Это не кнопки. Я думал, это кнопки. Вот такая вот. Так, проверим. Идет зарядочка аккумулятора от USB. А, еще интересный такой факт. В комплекте идет уже флешка на 2 гигабайта. Так что, если вы хотите снимать, то даже о флешке заботиться вроде бы как надо. Наверное. Это такой переходничок. Вот тут microSD вставляется. Так, в комплекте запасные лопасти. Отверточка. Отверточка маленькая, крестовая. Так, давайте лопасти мы посмотрим, что за ней. Даже в таком лопасти пластмассовом. А, нет, это просто такая... Ну, вот такие вот. Кстати, такие пластмассенькие, не очень крепкие они, не очень крепко выглядят, но, насколько я знаю, я тоже помню вертолет, когда первый раз открывал, думал, он вообще не выживет. Вот такие 4 запасных лопасти. И сам квадрик. Квадрик прицеплен. Так. Прилеплен. А, ну и еще инструкция. Внизу нашел вот такая вот. Подробно это все нам объясняется из качественной бумаги. Так, видите, длина 31 на 31 и 5 сантиметров. Отлично. Давайте квадрокоптер достанем. Он, как всегда, прикреплен, чтобы в коробке там не ерзал, ничего не взял. Так, намотано так от балды. Держи, покупатель. Мы сделали вот что. Намотали. Так, готово. Я достал сам квадрик. Вот так вот он выглядит. Сейчас мы коробочку уберем. Я еще вам защитные эти покажу. Защиту лопастей.
все так прилеплено добротно, при том. Два, три, четыре, да, все правильно, что я. Так, все, коробочку мы убираем. Защита. И сам квадрокоптер. Так, уже все одето. Ну, вот так вот он выглядит снизу. Через шестеренки. Снизу камера. Видите, будет, наверное, красным и зеленым светить зад перед, потому что сверху никаких опознавательных знаков нет. Тут написано SIMA X5C. Так вот, если на руку его взять, вот так выглядит. Ну, достойные, я считаю, размеры за такие деньги. Сзади это у нас тумблер включения-выключения. И карточка уже стоит в самом квадрокоптере на 2 гигабайта, написано. И я хочу его попробовать включить. Если... Как ты открываешься, дорогой мой? Опачки. Да, аккумулятор уже вставлен. Вот так вот он открывается. Что у нас по аккумулятору? Емкость 500 мАч. Не так уж и много. А как ты подключаешься? К чему ты подключаешься? Что-то я... А, подключение вот сверху. Получается, надо вставить. Очень, не очень-то удобно. Вот. Так вот. Надо, получается, наверное, давайте лучше мы вот так сразу вставим. Потом мы подключим. Ну, не очень удобно. Вообще неудобно лично для меня. Как бы рука еще не совсем большая. Но все равно так. Как? Все, мы закрыли. Включили, он работает. Так, давайте мы сейчас попробуем его запустить. Цеплять защита. Защита цепляется. Не знаю, как она цепляется, честно скажу, но вот так это будет как-то выглядеть. А, вот, и все. Смотрите, просто сверху вот так вот. Вот так вот. И все, защита, чтобы летать дома. И так с каждого боку. Просто, так сказать, засовываться внутрь. Так. А, это уже прикручено. Думаю, зачем в комплекте отверточка. Так. Так. Так, работает на... четырех батарейках типа 2. Давайте мы организуем аппаратуры батарейки. Так, готово. Ну, теперь мы немножко больше места освободим. Поставим квадрокоптер, нажмем включить. Он замергал, как видно. Мергает ярко, чего? Даже вон там снизу светится что-то. Так, ну и аппаратура. Законнектились. Есть контакт. Ну что ж, довольно резвый. Работает тихо. И нормально, ровно поднимается. Ну что ж, друзья, я думаю, попозже организуем что-то наподобие как... первого полета, чтобы вы посмотрели, как он летает. Что мне еще нравится в этом квадрокоптере, что камера наклонена вниз. Помните, я в Хавсане жаловался, что камера снимает вперед, и приходится квадрокоптер только, ну, опускать вот так, когда он летит, тогда он идеально снимает. А тут, как вы видите, оса ко мне прилетел. А тут вы, как видите, камера уже наклонена вниз, и это удобно. Ну что ж, друзья, я думаю, вам понравилось это видео. Все любители такой техники ликуют.
А так подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, не забывайте про Инстаграм, Твиттер, группу ВКонтакте. Пока, друзья!